Я первый раз здесь был в 1994 году. Здесь служил, два патриарха служили, патриарх Павле и патриарх Алексей II, царство им небесное, оба почившие. Здесь было 10 тысяч людей, и были черные бетонные стены. И я представить тогда не мог, что я могу в этом храме когда-то работать. Значит, смотрите, что важно. Храм построен по подобию Софии Константинопольской, его архитектура. Александр де Рокко опирался на это и смотрел, как построена София Константинопольская. Храм, тем не менее, получился совершенно самостоятельный. То есть он напоминает Софию, но он по силуэту уже сам по себе, он храм Святого Саввы. И для того, чтобы начать какие-то работы, нужно было сначала с этим познакомиться и потом деликатно войти туда с живописью, да? Войти живописью в ту архитектуру, которая уже определилась, да? И это была главная задача, и это заставляло художника, меня в данном случае, реагировать на эту архитектуру, реагировать на то, как к ней нужно подойти. То есть, что здесь хотелось бы отметить? Главное, что необходимо, ну, конечно, бы лучше показывать, что было необходимо знать, что камень, металл и мозаика должны быть едино соединены единой пластической идеей, единой декоративной стилевой мыслью. То есть это очень важно, потому что стиль – это вкус, стиль – это красота. То есть нарушение стиля – это эклектика, да, мы знаем, что это не очень, да. Так вот, задача была главная – выдержать вот эту стилистику этой архитектуры. И я считаю, что мы с этим справились, это самая главная задача была. И дальше понятно, что те материалы, которые были задействованы, они уже сделаны с учетом времени, в котором 21 век. Да? Понятно, что можно использовать разные типы золочения. Можно вакуумное золочение, которое мы использовали. Можно использовать было сусальное золото, которое мы использовали. Можно соединять и то, и другое. Это то, что касается металла. То, что касается камня, вы видите, что сейчас, если создан хороший рабочий проект, то машины пилят совершенно идеально это все, и стыковка этих элементов декоративных просто безупречна. То, что сделано здесь в полу, это просто здорово. Вот. То, что касается, еще раз скажу, мозаики, то ее большие размеры, да, большие размеры, они... как бы мало кто знает, да, мозаику делали в Москве, потом разрезали на куски и огромными камионами отправляли сюда, в Белград. Далее русские и сербские художники, в том числе, которые участвовали в монтаже, монтировали это все, чтобы это все состыковалось. А для того, чтобы состыковалось, мне нужно было это все рассчитать, сделать макеты и в этих макетах прорисовать все криволинейные поверхности, чтобы потом, когда мы складываем изображение, оно сложилось так, как надо сложиться, чтобы голова оказалась нужного размера, а рука оказалась в том месте, где она должна быть. Здесь очень много таких технических нюансов. Ну и, конечно же, теперь все, что ускоряло проект, это работа на компьютере, где можно было... Те вещи, которые, если я рисовал какую-то идею, то теперь ее все уже, даже молодые люди знают, ее можно отсканировать, увеличить, поменять цвет и так далее. То есть очень много это помогло. И здесь, когда говорят, российские архитекторы и дизайнеры, а вот все российские архитекторы и дизайнеры стоят сейчас перед вами. Вот, поэтому... На моей кухне в мастерской, на компьютере, сидел человек, его знает, Антон, и я. Вот мы вдвоем сидели и колдовали у этого компьютера, чтобы получать какие-то изображения, которые позже надо было прорисовывать. И вот это все как бы ускоряло процесс. Потом еще одна важная деталь. Есть такое связующее керабонд, который придумали итальянцы, который мы использовали для того, чтобы наклеивать мозаику.
Вот каждый каменчич, вот этот маленький, если в него вернуть саморез и повесить 100 килограмм, он будет держать эти 100 килограмм. А проверяли и мы, и вы проверяли, он и 200 держит. То есть вот это все как бы есть новые вещи, не на известку, не на воск, не на какие-то старые вот эти материалы, которые ветшают потихоньку. И то мы знаем, что мозаика 6 века стоит до сих пор, если по ней не стучать, то с ней ничего не произойдет. То есть здесь мы сделали настолько это все надежно, что чтобы никаких, никогда, через 100-500 лет, чтобы все оставалось на тех же местах, куда мы это приклеили. Это вот нюансы, которые лучше знать, чем не знать. Самое главное в храме – это программа росписей, мозаики в данном случае. Это богословский рассказ о жизни Спасителя. Нельзя в одном храме поместить всю Библию в картинках, поскольку это огромное, и даже такой великий храм, как храм Святого Саввы с его площадями, все равно здесь выборочно взяты главные сюжеты, которые повествуют о жизни земной Спасителя и его вознесении. Вот задача художника и богослова заключалась в том, что создать вот этот сценарий этой живописи и соединить. Здесь, казалось бы, есть такие вещи, вот мы стоим на полу, да, над нами хорос. Но и это, и хорос тоже включены в богословскую программу. И крипта в том числе, да. И вот в центре храма рождественская звезда. В хоросе, в центральной его части, символ веры, написанный на сербском языке. А дальше вознесение Господне. То есть вся жизнь от Рождества через верников, которые верят в Бога, они воздевают голову и видят его завершение земной жизни, вознесение. То есть вот это не случайные какие-то орнаменты, которые здесь составлены. Это не случайные орнаменты, которые в этом хоросе. Я уже говорил, что здесь молитва, символ веры, который все верующие знают и понимают, зачем его читает этот текст. В хоросе помещены иконы, написанные сербской художницей Еленой Хинич. То есть здесь, даже если говорить уже о материалах, о том, как это сделано, то это вообще уникальное событие в строительстве православных храмов. То есть такого я не думаю, что в ближайшее время где-то появится такой храм, потому что такого масштаба. И никогда не делалось единовременно и интерьер храма, и его живопись. За 6 лет мы, русские художники, сделали мозаику. 6 лет – это очень короткий срок. За это же время параллельно делались полы, за это время делались хоросы. За это время делались надвратные мозаики. То есть все решалось единовременно. Это был такой подвиг, потому что единовременно делать такой большой объем работы – это очень сложно. Но здесь был один большой плюс. Руководство страны в лице президента Сербии поддержало целиком наш проект. Святейший патриарх, ныне почивший Ириней, благословил нас на это. То есть мы были воодушевлены этим. Мы были воодушевлены, и поэтому вопрос не стоял, как сделать. Вопрос, мы знаем, как сделать. Вопрос стоял в том, что мы единовременно должны сделать все работы в храме. Такого в истории православного, и не только православного мира, христианского никогда не делалось, чтобы за 6 лет было сделано все. Вспомните Великую Софию Константинопольскую. Мозаика в 6 веке, потом 8 век, потом иконоборцы, потом 10 век, потом опять тишина, потом 12 век, опять тишина, 14 век. То есть делалось все не сразу. И мы никогда не видели мозаик целиком Софии Константинопольской. Не зря, когда было здесь какое-то мини-открытие, президент ваш сказал, что у нас теперь новая София. То есть мы сделали то, что как бы должна была выглядеть София, если бы она была полностью благоукрашена.
То есть мы показали все ресурсы, которые на сегодняшний день можно, чем можно благоукрасить храм. Это каменная резьба, сербские мастера прекрасно сделали, это мозаика, это полы, это хорос, который сделали русские художники, которые делали это из металла, ковали, отливали. Вот мало кто задумывается, что, вот смотрите, на цепях, которые держит хорос, 12 цепей по 44 метра, умножьте на 12. Сколько половин? Полкилометра только цепей. Понимаете, какие масштабы? Вот если все орнаменты в храме сложить в единую ленту, она будет 5 километров. Если сложить всю мозаику и взвесить ее, это будет более 300 тонн. Более 50 миллионов тессеров, камешков маленьких, вот этих, из которых сложена мозаика. Это титанический труд, который мы совместно с вами сделали. Это все говорит об уникальности этого проекта, который неповторим. И помимо того, что он сделан стремительно, не в ущерб качеству, разумеется, просто все были заряжены идеей сделать. Руководство Сербии сказало, мы сделаем в лице президента, и профинансировал этот сложнейший проект. А святейший патриарх Ириней, еще раз я упоминаю, Царство ему Небесное, он нас благословил на эти работы. И я думаю, его молитвами мы справились с этой сложной задачей. Потому что по-другому я не могу поверить, что художник Мухин сделал. Потому что это не может делать никакой ни Мухин, ни Иванов, ни Сидоров, никакой. То есть если есть какой-то промысел Божий, то, а я надеюсь, что он есть, что тогда создается команда, тогда появляются люди, которые каждый что-то умеет делать. Каждый один умеет пилить камешек, другой его укладывать, третий рисовать, четвертый делать освещение, пятый делать другое и так далее, и так далее, и так далее. То есть когда есть команда и единое желание благоукрасить храм, тогда все получается. Вот мало кто знает, что лик Спасителя 4 метра, а размах рук 17 метров 35 сантиметров. Вот если каждый человек просто отсчитает 18 шагов и оглянется назад, то он поймет, какая работа была создать этот образ. И так далее, и так далее. То есть все время нужно немножко говорить людям, говорить, чтобы они привыкли, что их храм такой, что в нем есть особенности, чтобы они гордились тем, что у них самый большой хорос 20 метров диаметром, что здесь много всего такого сделано, нового, которого не существует в других храмах. И это правильно. Храм Святого Савы – это образ. Нельзя привнести что-то другое сюда. Здесь все самостоятельно. На традиции опираться нужно, на какие-то, как у художников, прореси, да, изводы, на которые они всегда смотрели, что делали люди 100 лет Вот. На это смотреть нужно, думать об этом надо, но создавая новый храм, всегда нужно подчиняться этой архитектуре храма, и она приведет художника к тому, чтобы храм был органичной симфонией камня, металла и живописи. Художник, вошедший в храм, которому поручено его благоукрасить, он сразу себя зачеркивает. Тебя как бы нет, храм главный. Его стены главные. Но это не значит, что художник не творец. Один и тот же сюжет, Троица живоначальная, у Рублева написан в таком формате, он может в круге быть, он может в арке быть, и сразу же меняется его история. Сразу меняется пластика, сразу меняется рисование фигур ангелов и так далее. И здесь очень много таких вещей, которые, казалось бы, традиционны, а перерисованы, переосмыслены мною, и они в каком-то другом контексте, они в другой смысловой нагрузке. Вот скажем, когда вы входите в храм, направо у вас будет Троица Живоначальная, и под ней Спаситель, а слева Господь Саваоф, Бог Отец, и внизу изображение Святого Савы на престоле, да? То есть Бог Отец и Отец Сербской Церкви. То есть очень много смыслов заложено в каких-то сочетаниях. Это очень важно, потому что как бы входящий в храм, он должен эту предысторию понять, куда он входит. И дальше развивается история сербской государственности через тех деспотов, князей, которые
руководили Сербией, которые создали государство сербское. Доминирующее изображение святого Савы и его отца Симеона Мироточивого. То есть несколько раз мы это повторяем в разных контекстах. Где он ростовая фигура, где он благословляющий, где они в медальонах. Совсем каждый раз они имеют совсем другой смысл. То они в ряду апостольском, то они в ряду мученическом, то они в ряду просто других святых. То есть каждый раз значение изображения того же святого Савы, оно становится, смысловая его нагрузка меняется. То есть он благословляющий, он принимающий веру, он отец сербской церкви. То есть вот это вещи, которые они, смысла, как сказать еще, богословски очень значимы. Чтобы, вы понимаете, мы не можем 10 раз изображение святого Савы вот так сделать. От этого лучше не будет. А вот когда он в разных ипостасях, то тогда верующий человек, входящий в храм, понимает. Вот выходящий из храма, он получает от святого Савы над главными вратами благословение. Спаситель встречает, святой Сава провожает. Это вот важные нагрузки смысловые, которые хотелось донести до человека, вошедшего в храм.